друзья, смотрите, это библиотека. Велосипеды на рент, солнечная батарея. Вон там стульчики для, ну, чилания. Вон американка сидит, расслабляется. Ну, это электронные, значит, то есть можно электронным образом сам, вон туалеты, самому просканировать свои книги. Это работы мастеров современности. Классно, да? В библиотеке идешь, и такие универсальные работы. Вау. Вау. No jumping. Это еще какой-то gallery. Там какие-то мамочки сидят. Это тоже электронные сканеры. Это из сказок что-то. Вот такая классная библиотека. Сейчас покажу дальше. Вот, кстати, пенсионерки какие классные. Это какая-то reference room. Вау, смотрите, как целый город. Ковровое покрытие. Кресло. Вот все современное, какая подсветка. Видите, подсветка? Вот тут сюда молодежь приходит, хоть и прикольно. Как заколочка, да? Прикольно. А это кафешка. Там можно и поесть, и не поесть. А вот смотрите, подушки для сидения и лежания. Везде зарядки, везде кресла. А это детская комната, какая огромная. Аси. Круто. Ой, сколько тут игрушек сидит. Ну, как-то так. Тут тоже можно лежать. Везде лежишь. Как тебе удобно. Кресла, зарядки, компьютеры, питьевые фонтанчики, туалеты, ступенька для ребенка, коляски здесь. Ого, какой попугай. Вон там тоже коляски стоят. Целый городок. Там кухней можно заниматься. Видите, кухня, машинки, ключики, бебечки. Даже такая лялечка, да, смотрите, совсем для лялечек. Ну, это вообще там 3 месяца можно положить. Прелесть, да? А это что такое? Это какой-то элемент из культуры. Япония, да? Какое кимоно красивое. Вау. Офигеть. Ну, все такое примилое. Ну, смотрите, какая пуговички. Лички смешные. Сова. Еще мамочка пришла. Так, в общем. Вот такая. Это только... часть первого этажа, там же еще второй, третий есть этажи. Вот, children, видите? И вот смотрите, еще кресло для инвалидов обязательно, у вас такого нет.
И, конечно же, лифт, как я уже говорила, там 3 этажа. Поэтому без лифта не обойдешься. Попьем. Ну как вам библиотека? Вы когда-нибудь в таких были?